Добрый день, любители карповой ловли! Компания «Флагман» предлагает вашему вниманию новинку 2014 года – пресс для прикормки торговой марки CarPro. Пресс отлично подходит для ловли нехищной рыбы, такой как карп, карась, лещ, плотва. Пресс очень прост в использовании и состоит из четырех частей. Берем пресс, откручиваем винтовой механизм, вставляем в основу соответствующую насадку и добавляем прикормку. Прикормки нужно добавить необходимое количество и ровно столько, сколько нужно для ловли. Добавляем прикормку. Дальше одеваем насадку и начинаем прессовать. От степени сжатия зависит время работы прикормки. После того, как мы спрессовали до конца прикормку, мы откручиваем крышку, немного проворачиваем винтовой механизм и достаем сформированную гранулу. Гранула сформирована очень крепко. Она не развалится при полете, не развалится при ударе об воду. Она упадет на дно и после этого будет работать. Берем гранулу. Берем специальную оснастку, вставляем гранулу в оснастку, вот так. Насаживаем наживку и ловим рыбу.